Девочки, смотрите, какая прелесть. Это мы во Всеволожск приехали. У нас тут книжки другие. Во Всеволожске у нас квартира, а в Питере мастерская. Мы в мастерской чаще бываем. Сейчас приехали вот дочке забрать ватрушку отсюда. Остались ночевать. Вот какая книжка. Это из Италии муж привозил. Она на итальянском языке. О. Классная. Я еще... Мы ее еще не читали. В смысле, без, с переводчиком не читали. А так-то, конечно, и смотрели, и щупали. Прям театр. С тенями. Соскучилась по нашим книжкам. Сижу, копаюсь. Ага, вот это классная вообще. Вот такая книжка. Там всего несколько разворотов. Зато каких.